Как тебя зовут? Назима Шунус Курбанович. Откуда и когда ты приехал в Екатеринбург? Я из Таджикистана приехал в 2012 году. Как и где ты познакомился с руководителем своей группы? Я работаю исповедительный традиционный ислам. Происходил в мечети, я познакомился с одним мусульманом. Он рассказал мне, что в интернете познакомились. Мусульмане, которые предложили защитить веру, он хотят приехать к нам рассказать, как это надо делать. Кто проводил занятия с вами? Чему вы обучались? Исламский партия присоединил, стали ему всем подчиняться, стал обучать нас в ведении войны с мусульманами, которые неправильно исповедовали ислам, взят руки оружие. Перезанимаясь, он давал нам наркотики, рассказывал, как устроиться оружие, показывал нам ролики, как убивать войны с Кавка. Мы очень много занимались, постоянно молились во время занятий, слушая музыку, восхваляющую джихад. Для чего вас готовили? Старший не говорил ни слова, он политики нас готовили для переправки места проведения боев на Северный Кавказ и афганский, и пакистанский зоны. А сделал ли ты для себя выводы? Я в ходе обучения я понял, что исламская партия Туркестана не борется веру, прислуживание свою цель. Я думаю, что он нас хотел заработать. Я полностью рассказываю свою вину, сожалею, что хотел воевать против мирных людей. Я рассказываю в этом. Оружие убивает людей. Я не хотел. Я раскаиваюсь.